ночь с 7 по 8 декабря в результате сильных ветров и метели стали непроходимыми дороги сельских общин сел Хэшсе и Ханчалы. С утра спасательная служба Нинасминского муниципалитета получила множество звонков о помощи. Насколько трудно проходима дорога, мы попытались узнать на месте и поехали в сторону села Хэшсе. На месте выяснилось, что техника дорожно-строительной компании «Дорожник» начала проводить очистку дорог от снега. Уполномоченный Гамгеобы в данном сельском общине Ван Игниковосян отметил, что несмотря на то, что дорога расчищается, однако сильный ветер снова забивает снега. Желательно оставаться на месте и воздержаться от поезда. Эсэр карове масэр, вор эс тарва цэмэрэ шат хисвэ. Артэн екрурт анкам нэс эс тарва мэч, вор чанаварнэрэ пагвэлэн. Мэнк эс тари хуйс унэк, вор шат дэжвар цэмэрэн канцгасэлэ. Энэрэка друтян варортэрэн кэдан, вор Турскан миан карики дебкун. Вот что падаган цело, блестен Турскан шерджан, кам буворевице Ахчала, кам Леннаган, кам Хаястани кормере. Вот что менак корутен тали, сиран келенез гумо, вестарит замер хисте, шат карики дебкун, но Турски кан. Дорожно-строительная компания «Дорожник» сегодня также проведет очистку дорог в направлении сел Малые Ханчалы и Катнату. Зима в этом году началась довольно рано, и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снежные осадки довольно большие, что и требует больше денежных средств. Как выяснили из муниципалитета, запланированная сумма на очистку дорог на 2016 год исчерпана. Однако в таких случаях компания «Дорожник» проводит очистку до объявления нового тендера на 2017 год. Карыш Арзуманян для Радио Нор.